паломническое путешествие – это не просто туристический поход, это молитвенное шествие, молитвенное стояние, которое способствует обновлению человеческих душ, которое освящает людей, освящает нашу землю и приносит огромную пользу нашему Отечеству. Это одно из благодатных средств, которое помогает нам изменить нашу жизнь, улучшить ее качественно, сдержать зло, которое так много в этом мире, помочь людям почувствовать другой мир в нашей земной обыденности, помочь людям пережить благодатное действие, которое душа по вере получает от Бога. Я желаю, дорогие братья и сестры, чтобы этот нелегкий подвиг был облегчен для вас надеждой, верой, любовью, которые окрыляют человека и помогают ему преодолевать все трудности и искушения. Помоги им, Господь, дорогие братья и сестры, совершить спасительно для себя и для своих близких этот крестный ход. Но то, что он действительно имеет особую ценность в очах Божьих, это несомненно. Крестный ход помогает нам, помогает нашим ближним. Это, пожалуй, тот коллективный подвиг, вот, который очень нужен сегодня нашему Отечеству, нашему народу, для того, чтобы у нас наступил мир.